Члены участковой избирательной комиссии номер 3349 на своем рабочем посту уже с 7 утра. Необходимо подготовить участок, чтобы жители смогли спокойно проголосовать. Сначала готовят бюллетени, затем опечатывают урны, как стационарные, так и переносные, с которыми пойдут в гости к тем, кто запросил надомное голосование. Мы приглашаем всех на голосование. Обязательно нужно оставить свой голос. И со своей стороны у нас все условия для этого созданы. А уже в 8 утра звучит гимн Российской Федерации, что означает, участок официально открыт. Первым избирателем на участке стала глава Самары Елена Лапушкина. Она традиционно приходит именно к открытию. Все, всем хорошей работы. Спасибо. Мы отдаем свои голоса за губернатора Самарской области, человека, который будет в ближайшие 5 лет руководить нашим регионом, под чьим руководством будет развиваться наш регион. Законодательством предусмотрен 3-дневный избирательный процесс. Отдать свой голос на выборах губернатора Самарской области можно будет с 8 утра до 8 вечера с 6 по 8 сентября. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.